Приветствую, друзья. Каждый раз, когда ты невольно задумываешься, обращаешься к вечности. Вот же в чем дело. Видите, медитация – это пустота, а есть поток. Нирвана и поток. Когда ты там, вдруг начинаешь размышлять, в свободном потоке ассоциации, задаваемой себе теме, и получаешь из этого безвремени и из вечности ответы. До встречи, друзья.